Шампанське, цукерки – це вже минуле сторіччя. Тобі треба кудись Ларису запросити. І куди, наприклад? Ну, наприклад, в Карпати. Гірські прогулянки, апартаменти на двох, романтика. Ми вже були один раз, і потім у Ларіси за пара. Ти ще й досі нічого не зрозумів. Що робота – є робота, а особисте життя – це є особисте життя. Куток, не учи мене жити, а? Да. Можна? О-о-о, які люди. Доброго дня, Олексію. Привіт. Сідайте. Дякую. Здоров, дорогой. Ти привет, по делу или так навестить старого друга прийшов? Діло є скось для тебе. З чертовщинки, як ти любиш. Излагай. В общем, Кость, два дня назад був обнаружен труп старика. Угу. У нас уже есть подозреваемый, и он арестован. Некто Юрий Сиротин. Оперативно, как вы на него вышли? Да в том-то и дело, что очень просто. Отпечатки пальцев на орудии убийств. Угу. 5 лет назад он был арестован за воровство. 2 года как освободился. Его пальцы были в нашей картотеке. И в чем чертовщинка? Разреши. Откуда у Сиротина такой кинжал? Ну, может, украл. Хорошо, если украл, зачем оставил, почему не забрал? Вещь очень дорогая. Я показал этот кинжал одному знакомому историку. Он, когда его увидел, дар речи потерял. К тому же у жертвы с собой были ценные вещи. Деньги, все на месте, ничего не пропало. Вот я и подумал, что тебя может заинтересовать это дело. Да, кстати, у Сиротина какое-никакое, но есть и алиби. Его жена утверждает, что в день убийства он был целый день дома. У них ребенок там заболел. Вроде как он присматривал за ним. Дружина зацікавлена особа. Я с тобой согласен, Степан. Но ты знаешь, не верю я, что Сиротин убийца. Ну что, Кость, берешься за дело? Ну, конечно, берусь. Ну, отлично. Все, я тогда полетел. Давай. У меня есть дела. Если будет какая-то информация, дай знать. Буду держать тебя в курсе. Счастливо. Артур Людвигович Штерн, 72 лет, убит в подворотне собственного дома ударом старинного кинжала с необычным волнообразным лезвием, который, как выяснилось, представляет серьезную историческую и художественную ценность. Тем не менее, орудие убийства было оставлено на месте преступления. Свидетелей, по словам Алексея, отыскать не удалось. А кинжал действительно цікавий. Відома річ. Слухай, что в интернете про него пишут. Сакральный кинжал Крис появился в Индонезии в раннем средневековье. Его использовали члены известной секты ассасинов на Ближнем Востоке, которые специализировались на убийствах. Про цих и я чув. Такие себе средневечные киллеры. В 12-13 веках кинжалы Крис появились и в Европе. Они изготавливались по специальной технологии для убийства конкретного человека. Угу. Вот воно як. Тобто це середньовічна суперзброя для замовного вбивства. Хм. И кто ж ты такой, Артур Людвигович Штерн? В наше время такой кинжал не слишком удобное орудие убийства. Громоздкий, тяжелый, слишком примечательный. Для заказного убийства не самое подходящее оружие. Да и кому нужно было заказывать одинокого старика? Нам предстояло выяснить, что же связывало пенсионера Штерна, вора Сиротина и этот старинный кинжал. Я поручил Степану допросить Сиротина, а сам отправился на квартиру, где проживал Штерн.
Здравствуйте. Моя фамилия Коваль, я частный детектив. Я расследую убийство Артура Штерна. Я Магда Файн, экономка Артура Людвиговича. Проходите. Как давно вы служите у Штерна? Мои предки несколько поколений служат семейству Штернов. Артур Людвигович был последний в этом старинном роду. К сожалению, он не собирался обзаводиться семьей, поэтому все хозяйство вела я. Это же мой долг. Если хотите, можете присесть. Спасибо. Скажите, Штерн не рассказывал вам в последнее время о каких-нибудь необычных происшествиях, встречах? Нет, ничего такого не было. Все как всегда. С кем общался Артур Людвигович? Может, у него были друзья, знакомые? Артур Людвигович был очень замкнутым человеком. Близких друзей у него никогда не было. Да и знакомых, пожалуй, тоже. Вы сами не замечали ничего необычного в последнее время? Странные звонки, может быть, приходил кто-то? Нет, к нему никто не приходил. Но вот за ним... Следили? Последние несколько дней в нашем дворе несколько раз появлялась девушка. Молодая блондинка в очках. Когда Артур Людвигович выходил гулять, я в окно видела, как эта девушка шла за ним. Мне так показалось. Вы говорили об этом Штерну? Нет. Я же сказала, я не была ни в чем уверена. Посмотрите, пожалуйста, на вот этот кинжал. Может быть, он покажется вам знакомым. Может, вы видели его раньше. Вещь достаточно редкая. Нет. Я его никогда не видела. И ничего о нем не знаю. Но я не удивлена. Да. Артур Людвигович должен был умереть не своей смертью. На его роду стояла печать проклятия. Что это за проклятие? Я знаю только то, что весь их род был проклят. И очень давно. Все предки Артура Людвиговича по мужской линии умирали насильственной смертью. Поэтому он верил в это проклятие и знал, что его ждет такая же судьба. Мне бы хотелось поподробнее узнать об этом проклятии. Я не знаю никаких подробностей. Это семейная тайна Штерна. Если у вас все, я хотела бы остаться одна. Да, конечно. Спасибо. Понятно, что смерть Штерна стала для нее ударом, но мне показалось, что она знает гораздо больше, чем рассказала. Но блондинка в очках, которая следила за стариком, это уже что-то. Плюс загадочное родовое проклятие. Связано ли оно со смертью Штерна? И как эксперты могли найти твои відбитки на кинжалі, якого ты в очи не бачив? Не знаю. А ты подумай. Не знаю я. Может, подстава? Може, хтось дав потримати, подивитись. Таке буває. Может, ви мене зараз за ідіота посчитаєте, но я дійсно видел і держав в руках какой-то кинжал, но... О, це вже гарячіше. Ти розповідай, розповідай, не соромся. В общем, во сне это было. Несколько дней назад мне сон странный приснился. Будто у меня в руках кинжал. Рукоятка белая, на ней камень драгоценный, и лезвие длинное такое, с изгибами, словно змея ползет. Дуже дивні сни тобі сняться, як на мене. Саме таким кинжалом і було вбито Штерна. Да не убивал я никого! Ти знаєш цю людину? Да не знаю я его! Зрозумій, зараз тобі допомогти хочу тільки я.
Ну, столкнулся я с этим стариком дня 3, ну, 4 назад. В общем, здоровье мне поправить надо было, понимаешь? Чекушку взять. Это ваше и сок. Все. А мне, красавица, да. Будьте добры, дайте вот 2 баночки. Так, вот дедуля, в сторонку. Водки дай мне. Извините, уважаемый, но у нас здесь очередь. Подождет очередь твоя, понял? Рот закрыла! Рты все позакрывали, я сказал! Возьму водку и уйду. Мужчина, держите вашу водку. Спасибо. Будешь умничать, домой не дойдешь. Чмо. Прости его, Господи. Ну вот, вышел я из магазина. Пошел во двор к ближайшей лавочке, сел, выпил. А дальше не помню. Вроде как и заснул там на этой лавочке. Вот тогда мне этот сон и приснился, и держу в руках кинжал, рассматриваю. А может, это не сон был? Нет, сон. Точно сон. Помню, как проснулся и домой пошел потом. Якимось дивним мені здався цей Сиротін. Тут він пам'ятає, тут не пам'ятає. Чи то у вісні, чи насправді. Але те, що в нього відбулась сутичка зі Штерном, було не на його користь. І все ж таки він не був схожим на вбивцю. Ну, представь себе, Карпатські гори, неділя романтики, прогулки. Апартаменти на двоїх, романтичний ужин. Ну, типу того. Вот так взять, сорваться и уехать. Ну, потому что есть работа, есть личная жизнь. О, от кого я это слышу? О, Ларису, привет. Привет, Степ. Да, Костя. Слава, есть работа. Запиши. Штерн Артур Людвигович. Немец? Нет, наш. Жил в Киеве, несколько дней назад был убит. Мне интересно все о нем, о его предках. Возможно, где-то всплывет старинный кинжал Крис. Работай. Что у тебя по Сиротину? Кажется, что бачив кинжал и навіть тримав его в руках. Вот это поворот. И где, когда? У весни. Ти серйозно? Серйозно. І ще спілкувався із Штерном. Це було за день до вбивства. В них була сварка. Сиротін в магазині хотів пройти поза чергою, а дід його зупинив. Сиротін пригрозив йому, що той може не дійти додому. Потім Сиротін пішов у двір, випив 200 грамів горілки і заснув на лавці. Там йому і наснився цей кінжал. Тобто у Сиротіна був мотив? Угрози, ссора з потерпевшим, все проти нього? А какого роста был этот... Сиротин. Сиротин. Приблизно, как вы, Лариса. Я тут вам принесла заключение судмедэкспертизы. И, судя по ней, старик получил удар кинжалом в спину. Удар был нанесен человеком небольшой физической силы и небольшого роста. Ну, Сиротин подходит под описание. Он небольшой физической силы, небольшого роста, 165 сантиметров. Но судя по углу удара, то удар был явно нанесен человеком выше 1,70 м. Обоснуй. Так, смотри. А ну-ка, Степ, встань. Смотри, удар пришелся вот сюда. Лезвие вошло под углом 45 градусов. Человек моего роста не мог нанести такой удар. А теперь ты попробуй. Ну-ка. Видишь, тебе намного удобнее. И если ты сделаешь шаг и дашь своему телу ускорение, то лезвие войдет сразу на 10-12 сантиметров. Этого достаточно. Так что наверняка это был не Сиротин. Угу. Магда. Угу. Говорила о какой-то блондинке в очках, которая следила за домом Штерна. Это вполне могла быть она. Вполне. По силе удара это могла быть и женщина. Так что Шершелефам. А над карпатской романтикой я подумаю. Пока. На все добре. Що, була розмова про Карпати? Не отвлекайся. Шеф, я от що думаю.
Магазин має бути десь неподалік від місця вбивства. І там, напевно, мають бути камери спостереження. Хороша ідея. От тоді провірь. Буде зроблено. Я понимал, что сон, о котором Сиротин рассказал Степану, и отпечатки на кинжале имеют определенную материальную связь. Либо Сиротин что-то недоговаривал, либо кто-то воздействовал на его сознание и стер какой-то момент воспоминаний. Можно было попробовать применить к Сиротину сеанс регрессивного гипноза. Я попросил Сергея заняться этим. Вы внимательно смотрите на мой медальон. Я считаю до трех. На счет три вы слышите только мой голос и выполняете мои команды. Один. Вам хорошо и комфортно. Два. Ваши веки тяжелеют. Глаза закрываются. Три. Ваше сознание проваливается в прошлое. Вы выходите из магазина, в руках у вас бутылка водки. Что дальше? Перепрошую, панове, а ви можете мені допомогти? Чого? А ви розумієтесь на холодній зброї? А, ти ножі маєш в виду? Ну да, розбираюсь. У нас з подругою виникла суперечка. Ми сперечаємося. Це ніж, шпага або кортик. Ого! Чіткий ножичок. Я таких і не бачив раніше нігде. Еще два, вы проснетесь. Один, два. Сиротин действительно держал в руках кинжал, после чего был подвергнут гипнозу. Какая-то девушка постаралась стереть из его памяти этот момент. То, что он назвал сном, была вспышка воспоминаний, которая всплыла в подсознании в момент сильного нервного напряжения. Скорее всего, когда он узнал, что его обвинят в убийстве. Привет. Есть информация о твоем Штерне. Давай излагай. Отец Артура Штерна, Людвиг, был убит в 1950 году ударом кинжала в спину в своем подъезде, сразу после рождения своего сына. В 1930 году ударом кинжала в спину был убит дед Артура Штерна, Зигфрид Штерн, в день рождения своего сына. А в 1905 году убит прадед Густав Штерн, и также после рождения своего сына. Очень интересно. Действительно какое-то родовое проклятие. Все убийства были совершены кинжалом Крис. Орудие убийства оставалось в теле жертвы, а убийцы неизвестны. А еще раньше можешь порыть? Ты что думаешь, у меня тут машина времени, что ли? Ну, в Европе должны были сохраниться какие-то архивы. Давай, поищи. Хорошо. Цепочка убийств в роду Штернов не могла быть простым совпадением. Магда говорила о родовом проклятии, а история знает подобные случаи. Магистр тамплиеров Жак де Мале проклял род Филиппа IV до шестого колена. Проклятие сбылось. Но все потомки короля умирали разной смертью, а Штернов убивали кинжалом Крис и сразу после рождения наследника.
Шеф, в мінімаркеті дійсно було дві камери. Ми з охороною переглянули декілька фрагментів. Ось, подивись. Если это блондинка в очках, та, которая следила за Штерном, то она была свидетелем скандала в магазине. Багато людей були свідками конфлікту Сиротіна та Штерна. Відбитки Сиротіна знайдено на кинжалі. Що ще треба? Давай-ка посмотрим, что попало в камеры наблюдения в день убийства. Угу. Дивись на таймер. Це приблизний час вбивства. Та хто це в такому прикиді? Та хто завгодно. Та ж білявка. Я перекину ці кадри Славіку. Хай збільшать обличчя дівчини, я покажу її Сиротіну. Давай. Привіт. Привіт. Треба збільшити обличчя дівчини в окулярах. Зроблю. А Костя далеко? Я здесь. Здорово, Славик. Слушай, я взломал один архив в Европе, так что если будут проблемы, будешь меня отмазывать. Ну, больше проблем, чем у тебя уже не будет. Рассказывай. Слушай, род Штернов очень древний и известный в Германии с 13 века. А в 16 веке в семье Штернов произошел кровавый и загадочный инцидент. Молодой наследник богатой семьи Штернов влюбился в дочь местного колдуна и чернокнижника. Хустерия забеременела от него. Юноша настаивал на том, чтобы привести невесту в родительский дом. Глава семейства Штернов, узнав об этом, послал наемного убийцу, который заколол женщину, когда та прогуливалась по берегу озера со своей сестрой. Я проклинаю весь род Штернов. Все женщины моего рода будут мстить за меня. Каждый мужчина из рода Штернов умрет от их рук после рождения наследника. Ты слышишь меня, сестра? Да, да, пусть будет так. Хустерия. Хустерия. Нет! Нет! Ту женщину звали Хустерия Брусенская. Она владела черной магией. Проклятия ее регулярно сбывались. И, похоже, действует до сих пор. Угу. Спасибо. Штерн был последний в роду, у него не было детей. Тобто він думав обдурити прокляття та не став заводити сім'ю. Але в нього нічого не вийшло. Угу. Хустерия была дочерью чернокнижника, а такие люди не могли быть простолюдинами. Как минимум, это был грамотный человек и, возможно, из знатного рода. Згоден. Щоб замовити кинжал Кріс навіть в ті часи, треба було мати немалі гроші. Люди з багатої родословної дуже ревностно берегуть свою фамілію. Ти хочеш сказати, якщо та білявка в окулярах з роду Брусинських, то і прізвище в неї має бути Брусинська? Угу. Но, возможно, двойная фамилия. Иванова, Брусенская. Ну, в любом случае, это уже зацепка. До того ж, дивись, дівчина слідкує за Штерном. Навіть проводжає його до магазину. Ну і? Якщо я живу в одному місті з потенційною жертвою, мені не треба до нього придивлятися за кілька днів до злочину. Я міг би це зробити в будь-який час. За рік, за місяць. Точно. Вона іногородня і, возможно, приїхала з другої країни. Можливо, з Польщі. Вот ты это и выясни. Пусть Славик пробьет гостиницы, билеты на международные рейсы, внутренние рейсы, хождение банковской карты. Ищем девушку по фамилии Брусенская. Угу. Шансы отыскать нашу блондинку в большом городе были невелики. Можно было спрятаться на съемной квартире, не пользоваться кредиткой и, в конце концов, менять внешность при помощи париков. Но
Поведение нашей подозреваемой до сих пор было абсолютно дилетантским. И это давало мне надежду, что ее получится вычислить. Да, Степан. Шеф, спрацювало. На прізвище Анастасії Брусенської замовлено квиток на потяг Київ-Варшава. Замовили з готелю «Поділ». Я на під'їзді. Зустрінемось біля готелю. Угу. Вам помочь, пані Брусенська? Перепрошую, панове, я запізнююсь на потяг. Цей потяг поїде без вас, шановна. Якісь прокляття, чорнокнижники. То все було у середньовіччі. Але зараз 21 століття. І невже тендітна гарна дівчина може бути вбивцею? Мені кортіло все з'ясувати. Вам знайомий цей кінжал? Ніколи не бачила. То, що всі мужчини роду Штернов були вбиті таким же кінжалом, вам теж неізвісно. І то, що Хустерія Брусенська прокляла род Штернов, ви теж не знаєте, хоча зберігли фамілію. Звідки ви це знаєте? Видите ли, Настя, в цьому світі дуже тяжко щось утаїти. Навіть якщо ви намагаєтесь стерти пам'ять чоловіку, якому вкладаєте в руки кінжал. Так, я сподівалась, що коли на кінжалі, знаєте, відбитки пальців, то опинички, то вже нікого не будуть шукати. Якщо ви знаєте про прокляття, то ви маєте знати, що я мала виконати родову помсту. Пишіть все подробно, як ви свершили вбивство Артура Штерна. Він вбитий? Але я не вбивала Штерна. У нас є цілий арсенал улик, косвенно підтверджуючих вашу причастність к убийству. Записи з камер відеонаблюдення, показання свідчителів. А у вас є хоч якесь алібі? Коли я прийшла додому Штерна і почала стежити за ним, я зрозуміла, що я не можу його вбити. Я взагалі не можу вбити будь-яку людину. Я хотіла повернутися до Польщі, але вночі мені наснився сон. С детства Анастасии Брусенской внушали, что она должна исполнить родовое проклятие и убить человека по имени Артур Штерн. Девушка знала о нем все, и само понятие убийства приобрело для нее метафорический смысл. Я проклинаю весь род Штернов. Все женщины моего рода будут мстить за меня. Каждый мужчина из рода Штернов умрет от их рук после рождения наследника. Я проклинаю весь род Штернов. Все женщины из моего рода будут мстить за меня. Каждый мужчина из рода Штернов умрет от их рук. Проклинаю весь род Штернов. Будут мстить за меня. Будут мстить за меня. Я проклинаю весь род Штернов. Я зрозуміла, що це послання з минулого, з іншого світу, і я не маю вибору. Ви підкараулили Артура Штерна в подворотні його дому і закололи кінжалом. Я мала зробити так, як ви кажете, але все сталося по-іншому. Алло. Магдочка, прости старого. Я забыл список на серванте. Пожалуйста, напомни, что я должен купить. А, да. Сок, ясно, томатную пасту. Ага. Да. Домасины, обязательно возьму. Я скоро вернусь. Я очень... Одна нога туда, вторая обратно. Извини, пожалуйста. Но когда пришел час совершить унаследованную от предков месть, она дрогнула. Если верить вам, то вы передумали убивать и выбросили кинжал недалеко от дома Штерна? Сами так. По результатам экспертизы Артуру Штерну был нанесен смертельный удар, но удар средней силы.
Такой удар могла нанести и женщина среднего роста. Так же, как это собирались сделать вы. Я зрозуміла. Мене поведут в в'язницю. Звісно, що не на курорт, панночко. Если только вы не поможете нам разобраться во всем, то в ваших же интересах. Я зроблю все, що треба. Сережа, нужна твоя помощь. Приезжай в офис. Я хотел верить этой девушке, но не имел права не подозревать ее. В конце концов, все то, что она рассказала, могло быть ее фантазией, чтобы оправдать себя. Но я очень надеялся, что убийцей окажется кто-то другой. У вас очень сильная энергетика. К тому же у вас есть магические силы, которые вам передали по роду. Если вы будете работать против меня, я тут же почувствую. Если мы будем работать вместе, это может дать хороший результат. Расслабьтесь. Закройте глаза. Сосредоточьтесь только на кинжале. Что вы увидели? Я ничего не бачила. Но мне стало как-то моторошно и боляще, не бы кто-то колов голкою. А что ты видел? Женщина. Еще одна женщина. Но не Настя. Ця жінка вбивця? Пока не могу сказать. Эта женщина была там же, и я видел в ее руках кинжал. Настя, вы можете показать место, где вы выбросили кинжал? Так, звичайно. Поехали. Настя, давайте проведем с вами как бы следственный эксперимент. Покажите, расскажите, где были вы, где и как шел Штерн. Степа, побудешь за Штерна. Кто, я? Угу. Ну, добре. А Штерн шел дуже повільно. Куди? Туди? Туди. А потім він зупинився і почав розмовляти по телефону. В якій руці був телефон? А в цій. Що було далі? А потім я підійшла до нього і дістала кінжал. Покажіть, як це було. Ось так. Ей, що сталося? Подождіть. Это энергетический удар. Скоро вызывай быстрее. Ага, так, так. Энергетический удар из прошлого? Нет, из настоящего. Алло, швидка? Нам очень сильно кто-то хочет помешать. И этот кто-то, вероятнее всего, убийца Штерна. Сережа, Настя находится в реанимации. Нам нужно найти источник этого чертового энергетического удара. Почему это произошло? Я думаю, Костя, думаю. Тот, кто нанес этот удар, был на расстоянии 200-300 метров от нас. Где? Может, за углом. Может, в квартире напротив, с выходящими на улицу окнами. Там сотни квартир, Сереж. Извини. Да, Степ, слушаю. Погано, Костя. Настю підключили до апарату штучного дихання. Лікарі кажуть, що стан стабільно важкий. Будь там. Зрозуміло. Есть энергетическая связь еще кого-то с этим кинжалом. И этот человек хочет убить Настю. Мне нужны все фото Штерна. Да, конечно. Сюда привезли мою родственницу. Ей стало плохо на улице. Я очень волнуюсь, что с ней. Скажите, пожалуйста, фамилию вашей родственницы. Брусинская. Она в 14-й палате, но сейчас к ней нельзя. Подождите, пожалуйста, врача, она выйдет, вам все расскажет. Да, Борис Николаевич? Да, да, уже смотрю.
А в какой она была палате? Я поняла. Угу. Хорошо. Кто-то сделал заговор на смерть Насти. Этот кто-то проткнул ее фотографию ножом. Но я не могу видеть, кто это. И что теперь с ней будет? Заклятие может не подействовать. Если учесть, что Настя сейчас на приличном расстоянии от места первого удара. Но все зависит от силы этого человека. Лікарю, як вона? Лікарю, ви мене чуєте? Як дівчина? Хто-небудь! Сюди, скоріше! Швидше! Там не працюють апарати. Ви не бачили лікаря, жінку? Куди вона пішла? Я можу описати деталі інтер'єру його квартири. Зараз, извини. Да, Степ, що там? Зараз хтось намагався відключити прилади у Насті в палаті. Що значить «хто-то»? Тебе зачем там поставили? Ворон считать? Та до палати заходила тільки якась лікарка. Принаймні, вона була у халаті. Ну, літня така жінка. Але я її не наздогнав. Еще один такой залет, и я тебя уволю. Понял? Только что какая-то пожилая женщина пыталась убить Настю. Что ты там говорил насчет деталей интерьера? Я видел на стене старинные часы с гирями, а вокруг них... Старинные фотографии? Да. Я знаю эту квартиру. Поехали. Забыли закрыть дверь. Мне не от кого прятаться. Снимите заклятие с девушки немедленно. Увы, если вы о Брусинской, то это ее судьба. Она сама себя обрекла на это. Я не думаю, что Насте что-то бы угрожало, если бы вы не приложили к этому свою руку. А это не ваше дело. А вот если бы мы приехали чуть позже, девушка была бы уже мертва. На что вы рассчитывали, Магда? Почему не признались сразу, когда я пришел к вам первый раз? Ну что вы, детектив. Это бы не соответствовало жанру. К тому же, вы бы ничего не узнали, если бы Брусенская успела уехать. Если следовать логике проклятия, убийство должна была совершить Настя. Вы тут при чем? Мой род, род Файнов, в конце 19 века породнился с родом Брусенских. И я по наследству была призвана следить за исполнением проклятия. Когда эта девчонка появилась у нас во дворе, я ее сразу узнала. Женщин из рода Брюсенских невозможно перепутать ни с кем. Я видела, как она пошла за Артуром. И видела, как она выбросила клинок. Но проклятие должно было свершиться в любом случае.
Чем вам помешала девушка? Почему вы ее решили убить? Слово «долг» сегодня утратило свой смысл. Но Чеслов, отец Хустерии, не для того своими руками выковал 12 кинжалов, орудия родовой мести, чтобы последний из них оказался в мусорнике из-за какой-то трусливой девчонки. Почему такая точность? Почему именно 12, а не 10, например? Магическое число. Таким образом Чеслов запечатал род Штернов на 12 поколений родовым проклятием. Артур наивно пытался обмануть Рук. Он полагал, если у него нет наследника, он умрет своей смертью. Но 12-й клинок должен был найти свою жертву в любом случае. А эта девчонка предала свой род, и она должна была умереть. Эта девчонка прекратила средневековое мракобесие. Проклятие свершилось. Род Штернов прекратил свое существование. Хустерия Брусенская отомщена. И я, Магда Файн, исполнила свой долг. Пустите мою руку! Если вы хотели избежать суда человеческого, то яд нужно было пить до того, как мы пришли. А теперь вам придется ответить по закону. После расследования, проведенного Ковалем, Магде Файн было предъявлено обвинение в убийстве Артура Штерна и покушение на убийство Анастасии Брусенской. Подозреваемого Юрия Сиротина оправдали. Настя Брусенская поправилась. Так завершилась мрачная история родового проклятия, длившаяся несколько сотен лет. До сих пор не могу понять, как можно прожить с человеком практически всю жизнь, а потом хладнокровно всадить ему в спину кинжал. А с другой стороны, своим диким поступком Магда Файн в каком-то смысле помогла Анастасии, которая решилась разорвать цепь бессмысленных многовековых убийств. Теперь древнее проклятие не имеет силы над ее судьбой. Магда действительно хотела принять яд. Она подсыпала себе в вино цианид. Мрачные тени средневековья в 21 веке. Ха. Вау! Вся шляхта зібралася. Вау, Степа! А с каких это пор ты нас начал называть шляхтой? Через месяц їду до Варшави по справах. Ну, звісно, якщо шеф відпустить. Знаю я твої справи, Степа. Шеф.